Мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. То, что сделали вместе Стефенсон, Форд и Боинг. Принципиально новая транспортная отрасль нужна всем, человечеству, каждой стране, каждому городу, каждой семье и каждому человеку. На разработку транспортной инновации Rail Skyway потребовалось 36 лет и более 7 миллиардов рублей. Чтобы начать продавать эту технологию, необходимо построить тестовые участки, на которых она будет сертифицирована и показана заказчикам со всего мира. Для этого нам необходимо в ближайшие 3 года инвестировать средства, соизмеримые с уже вложенными. После этого мы обгоним всех и навсегда в мировой транспортной нише, емкость которой превышает бюджет России в несколько раз, и займем не менее 50% этого рынка. Подобное уже удавалось в истории, например, Боинг. Империи рушатся, распался Советский Союз, но его инфраструктура, в первую очередь транспортная, осталась, как живет и работает Транссибирская магистраль, построенная век назад, пройдя через революцию, гражданскую и мировые войны. Построенные по струнным технологиям небесной дороги Skyway также будут работать на благо людям столетия, внося доход тем, кто рискнул и пришел в свое время инвесторам в эту инновационную технологию. После сертификации проект перейдет из разряда инновации в разряд инвестиционный проект. Далее технология перейдет в адресные транспортные проекты, реализованные на всех континентах планеты. И километрами или метрами этих дорог, в зависимости от объема вложения в технологию, будет владеть каждый конкретный инвестор. А его инфраструктурная собственность и дивиденды от нее перейдут затем по наследству потомкам. Недорогие, безопасные, эффективные дороги необходимы не чиновникам и государству, а простым людям, тем, кто и платит за проезд по этим дорогам из своего кошелька. Кошелька как пользователя, так и налогоплательщика. То есть это нужно только нам с вами. Поэтому и начато народное акционирование инноваций по британскому праву на выгодных для инвестора условиях. Акции нашей компании будут переформляться на новых инвесторов с большим дисконтом. То, что через несколько лет будет стоить миллионы, сегодня можно приобрести за несколько тысяч рублей. Начнем вместе строить наше достойное будущее. Комфортное, безопасное, экологически чистое, с высоким уровнем жизни. Будущее, которое не стыдно будет передать по наследству детям и внукам. Приветствую вас, дорогие друзья, рады всех видеть, приветствовать. Как обычно, традиционно, в среду у нас вебинар «Технико-экономический». И сегодня мы будем действительно как бы затрагивать очень интересную тему. Она немножко и наших вебинаров. И я хотел бы перед тем, как Сергей Анатольевич включается, вам объявить, что видео, которое вы увидели давнишнее, и которое было включено именно после самой современной на сегодняшний день презентации. То есть это действительно презентация, которая сделана на супер высшем уровне. Испытание на модели 1 к 10 это неспроста было включено. Это никакая не случайность, это не ошибка. И сегодня мы расскажем, как теоретически может действительно развиваться Skyway. И насколько необъятный действительно рынок Transnet, и что в себя также Transnet будет вбирать помимо традиционных услуг перевозки, инфраструктурных каких-то решений. И также, естественно, это грузовое направление. Мы уже увидели за предыдущие года рождение юнибайка, то есть это легкий прогулочный транспорт, это индивидуальный транспорт, это фактически как спорткупе сегодня используют для некоторого адреналина, драйва. Кто-то вот так вот воспринимает юнибайк, но на самом деле это интеллектуальный модуль, который является автономным, который обладает машинным зрением, который может самообучаться, который владеет всеми навыками систем автоматизированного управления. И фактически, можем сказать, это робот.
И что же может быть еще, так скажем, в меньших масштабах по производству, в меньших затратах и большей капитализации прибыли, чем Unibike, чем легкая путевая структура и чем то направление, которое уже рыночно абсолютно применимо, потому что обсуждается, в том числе, я думаю, в Азии проекты по применению Unibike, так как это действительно туристическое направление. Вы все видели, наверное, в Инстаграм Виктора Бабурина, и вообще вот обязательно следите за всеми стори. То есть Виктор наконец-то стал выкладывать стори, давно мы его уговаривали, и можно действительно смотреть, наблюдать, как проект развивается. Насколько я понимаю, буквально вот либо вчера, либо позавчера происходило обсуждение проекта, будущее действительно Индонезии, то есть рождение новых Мальдив на основе технологии Skyway. То есть Виктор это выкладывает в Инстаграме, то есть в открытых ресурсах, и в Фейсбуке можно посмотреть. Соответственно, это действительно как бы потенциальный проект, абсолютно открытый, и мы с нетерпением ждем на самом деле новостей, которые привезет и Виктор Бабурин, и Анатолий Эдуардович, и Мадина тоже, которая день и ночь фактически работает в Индонезии. Не забываем тот факт, что перед Индонезией также и Виктор, и Анатолий Эдуардович посетили Австралию, и я думаю, что многие и другие страны на территории Азии были посещены, многие визиты просто не раскрываются, но действительно настроение у нашего топ-менеджмента ZAO Струнные Технологии и Skyway Technologies Companies, если на английский манер говорить, действительно суперское, и наверняка будет чем порадовать. Так, давайте проверим, друзья. Сергей Анатольевич, вы включаетесь или я продолжаю? Сергей Анатольевич. Так, видно, но не слышно. Сергей Анатольевич, звука нет. Звука нет. Звука нет. Может, у нас несколько разграничений. То есть Сергей Анатольевич говорит про прошлое, про настоящее. Но моя роль говорит несколько про будущее, которое мы закладываем. Так, сейчас слышно, Алексей? Да, все замечательно. Нету супер. Звука? Все есть, все отлично. Как у нас появился, может не звук, быть да? звука? Да. Отлично. Ну давай, Олег. Ну все, друзья, опять же, чисто технической, пока шли ролики, я был в комнате. Как только закончились ролики, надо было включаться. В этот момент выбыл, и вот 10 минут не мог зайти. Там вот пишу, смотрю, в чатах пишут, что везде есть проблемы. Так. Владимир Павлов с Вильнюса, приветствую. То есть очень с удовольствием читаю ваши все комментарии. Вот я уже, друзья, очень многих знаю по... Общались-то не со всеми в личную, а вот по никам, по... Это переписываемся, общаемся. Сейчас очень много езжу по конференциям. Везде друзья, везде соратники. Поэтому вот сегодня вечером выезжаю в Ригу. Завтра будет большая у нас там и выставка, и конференция в Риге. Транспортная, как раз соберутся все наши партнеры с Прибалтики, тоже будет очень-очень интересная работа. На прошлой неделе мы были в Будапеште. Вот. Ну, в общем, как уже Алексей сказал, что... Ну, давайте все по порядку. 18 октября, среда, значит, друзья, обычный у нас рабочий день Skyway. Вот, соответственно, сегодня технико-экономический вебинар по развитию проекта Skyway. До Экофеста осталось 255 дней. Друзья, время летит неимоверно, быстро. И сегодня мы вам немножко приоткроем, то есть очень много спрашивали, как и что. Там, любят у нас много спрашивать секреты. Вот сегодня мы один секрет вам чуть-чуть
приоткроем. И с этого как раз мы начали ролик. Сначала общий, то есть то, что построено. Вы видели, это основная презентация сегодня, которую компания подготовила и которую я везде сегодня использую. Всем рекомендую делать, что прежде чем начинать разговаривать про SkyWay, надо вот этот трехминутный ролик, чтобы показать, что сделано, какие машины сегодня работают, какие перспективы, а дальше уже начинать рассказывать про что мы за компания и что мы делаем. Так. Так, Андрей, у тебя все в порядке с правами на... Сейчас, секундочку, я посмотрю, что у нас. Андрей. А, не смог зайти, пишет. Ну, Андрей, ну давай через опера заходи. Я через опера все-таки зашел. С какого-то раза. Поэтому заходи давай. Вот, вроде как хулиганы сегодня не так еще, но я думаю, что еще строится. Поэтому, друзья, как Алексей уже сказал, Анатолий Эдуардович Юницкий, руководитель проекта SkyWay с Виктором Багбуриным, сегодня уже в Индонезии. До этого они были почти 2 недели в Австралии, до этого были в Арабских Эмиратах. Поэтому турне такое очень продолжительное, но очень продуктивное. Вот, мы постоянно на связи с Виктором Эдуардовичем. Там, в субботу, скорее всего, мы будем в Минске вот, по обсуждению наших вопросов. Поэтому, друзья, будем ждать и серьезных новостей, и серьезной работы. Но что самое главное, друзья, это как раз иллюстрация того, что SkyWay сегодня востребован во всем мире. Интерес к технологии очень большой. И здесь не надо уже быть пророком, не надо быть каким-то там Кассандрой для того, чтобы сказать, что интерес будет только возрастать. Это уже не футурология, это уже, друзья, абсолютная реальность. Вот. И, соответственно, то, что мы сейчас начинаем и показывать, и делать, друзья, мы переходим в следующую стадию развития уже нашего инвестиционного фонда, нашей инвестиционной программы краудинвестинга, которая запустила этот небывалый, я бы сказал, проект, потому что очень многие люди, которые со мной сейчас общаются, которые видят, которые знают меня не один год и не один десяток лет, которые знают, что я занимаюсь SkyWay уже очень-очень много лет. Сегодня, когда видят, что мы сделали, они говорят: друзья, ну, снимаем шапку, снимаем, так сказать, это низкий поклон, потому что никто не ожидал то, что вы это сделаете, что вы дойдете до этой стадии. Мы, друзья, конечно, не могу сказать, что мы этого не ожидали, мы стремились, мы к этому шли, но, друзья, конечно, очень приятно осознавать, что мы вышли на те рубежи, вот, которые сейчас перед нами открывают новые горизонты. Но, друзья, это первые шаги, это первые небольшие такие робкие начальные шаги в сфере уже бизнеса, именно крупного. И сейчас можно сказать, что начинается новый этап. Мы вам обозначали, что почти год назад мы начали работать уже по программе цифровой экономики, потому что мы понимаем, что без цифровой экономики, без дальнейшего развития, то, что сегодня дает уже мир нашего младшего брата, как мы называем, интернета, то, что сегодня дают информационные технологии, технологии программирования, технологии уже применения так называемого блокчейна, это новое в сфере развития именно операционных систем программирования, передачи и хранения информации. Это, друзья, принципиальная новая вещь, которая раньше нельзя было даже рассматривать. И сегодня, когда SkyWay вышел на то, чтобы уже приступить к формированию сети адресных проектов, то есть реальному транснету, вот, то есть, то мы как раз это объединяем сегодня с теми возможностями, которые дает цифровая экономика, и мы готовим свою программу по запуску криптоплатформы, по своей внутренней электронной бирже, по запуску стартапов, которые будут идти уже по тем правилам, которые будут устанавливать в транснете. И мы сейчас, вот как раз сегодня очень такой важный момент, мы вам дадим несколько основных терминов, которые вы где-то слышали, но сегодня они объединяются в общее понятие, и ряд вещей сегодня услышите вообще впервые. Вот, это тоже сделано сознательно, мы специально совместили с тем, что мы готовим, и менее чем через месяц мы будем презентовать и выводить уже свою и концепцию, и платформу, именно электронную платформу. И мы, конечно, той командой, которая сегодня это разработала, она, конечно, работает абсолютно в тесной, как нас с легкой руки Надежды
Косарева назвали командой энтузиастов, но я уже говорил, что в эту команду энтузиастов входит и Дмитрий Терехин, это один из первых крупнейших акционеров, который вошел в Skyway еще 17 лет назад, более чем полутора миллионами долларов. Это сегодня крупнейший, скажем так, обязательств Skyway. Туда входит, конечно, и Виктор Бурин, и сам он тогда Юницкий, Алексей Суходой вместе со мной, мы основные, кто сегодня продвигает именно техническую часть этой работы. Мы активно работаем, сюда входит весь директорский состав Skyway Капитала, и Вик, и Володя Маслов, и Нета, и Ирина Волкова, и Лариса Артамонова, Евгений Кудряшов. Поэтому, друзья, это коллективная работа. Сейчас к нам подсоединяются и коллеги из других фондов, и Свига, и по РСВ я уже сказал. Поэтому, друзья, это сегодня серьезнейшая работа, которая, ну, как мы называем, переводит краудинвестинг на новый уровень. Если мы говорим, что сегодня мы создали краудинвестинговую систему, которая позволила нам дойти до сегодняшнего момента, это 1.0, сегодня выходит на новый уровень 2.0. Но, друзья, это веление времени. И как вы, если видели, наверное, выступление Германа Грефа именно и на заседании правительства, открытого правительства, которое вел президент Путин, и потом его открытые лекции в МГУ, он как раз четко поставил вопрос, что сегодня технология блокчейн меняет мир до неузнаваемости. И ближайшие 5 лет изменения, которые пройдут, их даже трудно сегодня прогнозировать. И мы как раз тоже очень четко понимаем, поэтому мы начали готовиться и сегодня совмещать реальный проект Transnet, который работает в реальной экономике, который работает сегодня с новыми месторождениями, который сегодня работает с транспортными проблемами, которые породила сегодняшняя цивилизация. Мы как раз объединяем это с теми возможностями цифровой экономики, с теми возможностями именно криптомира, который сегодня есть. И это будет абсолютно новые возможности, которые будут появляться и открываться перед нами в ближайшее время. Поэтому платформа уже, скажем так, находится сейчас в завершающей стадии подготовки и в стадии тестирования. Вот, мы до конца года будем активно с ней работать, и в начале следующего года мы активно начнем уже использовать нашу именно электронную площадку Skyway для того, чтобы и привлекать новых инвесторов из криптосообщества, и для того, чтобы совершенствовать инструменты, которые у нас есть сегодня, это и платежные инструменты, и системы гарантий, которые есть сегодня между партнерами, акционерами и теми, кто запускает проект. Вот это все задачи, как раз у нас наша электронная платформа, она будет решать. Естественно, что мы будем запускать и свои расчетные инструменты, как это сегодня принято называть, свои коины, но это не совсем правильно в сегодняшней логике, это будут именно расчетные токены, токены Skyway. Вот, мы все это вам как раз при презентации будем рассказывать, показывать. В основном только инвесторов, которые работают в криптосообществе, которые понимают, что такое блокчейн, которые понимают, что такое криптовалюта, которые понимают, что такое система транзакций. Соответственно, мы сейчас им показываем, что такое Skyway, почему Transnet Space, то есть пространство, которое будет создаваться вокруг Transnet, вокруг новых технологий коммуникаций. По сути дела, это и есть новая технология, новая оцифрованная экономика, которая определит развитие на ближайшие 30-50 лет. И здесь есть очень много аспектов, что основной здесь является это технологический аспект, что технология Skyway готова сегодня к внедрению, решению технологических задач. Готова команда, которая это может тиражировать и применять во всем мире в любой точке, и, соответственно, востребованность сегодня в новых системах и управления, и совершенствования системы финансов, и учета, и аудита. Вот это все как раз, друзья, то, что будет вкладываться в, соответственно, в логику цифровой экономики. И здесь, друзья, мы настолько с Алексеем глубоко погружены в эту тему, что я могу сказать, что очень плотная работа идет с ведущими экспертами и в области техники. Друзья, здесь, наверное, никто из вас не будет возражать, если кто-то мне скажет, так, Андрей зашел, сейчас я, подождите, Андрею включу права, чтобы он хулиганов гонял. Вот, правда, этим хулиганам все меньше и меньше, что можно говорить, потому что имеется в виду, есть что говорить, потому что каждым своим действием, каждым своим результатом, а мы та команда, которая
только показывает результат. Здесь я думаю, что никто нас в этом не может ни упрекнуть, ни сделать. Так, Андрей, все, я тебе включил все права. Так что приступай к исполнению обязанностей. Все, включен, так что можешь работать. Соответственно, технологическая платформа, которая выбрана SkyWay, на сегодня не имеет аналогов в мире. И самое главное, она не имеет сегодня конкуренции. Поэтому здесь я, как человек, который и изначально занимался авиационными технологиями, я все-таки получал образование в Киевском институте инженера гражданской авиации и даже отчасти работал недолгое время в этой отрасли. Вот. Человек, который занимается и программированием очень долго, то я могу оценить и понять то, что предлагает инженер Юницкий. И как только мы с ним познакомились, это было 18 лет, ну, уже почти 18 лет назад, то мне сразу стало понятно возможности, перспективы технологии SkyWay. И с этого первого дня знакомства вот, я постоянно в этом проекте и постоянно его продвигаю. Я здесь, кто бы мне что ни говорил, я могу оценить возможности. Мы очень много сравниваем других технологий, мы изучаем все тренды, которые сегодня идут по всему миру, и можно четко сказать, что инженерные решения, которые Юницкий разработал в своей инженерной школе, то, что сегодня реализовано в Марьиной Горке и предлагается в проектах по всему миру, она никаких аналогов и ничего близкого в сравнении не имеет. Следующие моменты, которые могут происходить, это тупое воровство и тупое клонирование. Значит, конечно, эти попытки постоянно идут, тоже новости следите, смотрите, что у нас есть попытки бывших наших менеджеров, которые были в команде, потом попытались выдать технологию за свою, и конкуренты, которые пытаются сегодня перенять эту технологию. Это, друзья, процесс развития, ничего страшного в этом нет, это абсолютный нормальный процесс, и здесь, по мере того, как будет развиваться проект и возможности, мы все будем более и более, скажем так, аргументированно и очень жестко реагировать на воровство, на ту, на попытки мешать проекту. Поэтому это, друзья, тоже сегодня факты защиты. И, соответственно, на сегодняшний момент те технологические решения, которые уже реализованы, а особенно те, которые в ближайшее время будут показаны, будут реализованы, они, конечно, настолько интересны и увлекательны, что сегодня, как вы видите по нашим отчетам и постоянным информации, которая идет из головной компании, что сегодня переговоры и вопросы идут постоянно. Мы с Алексеем тоже вовлечены в этот процесс. Я на каждой конференции, где провожу, у меня идет ряд встреч с бизнесменами, с чиновниками. Это везде адресные проекты, это везде рассмотрение построения уже локальных сетей, которые будут замыкаться в общую сеть. Поэтому, друзья, пространство Transnet формируется и идет развитие самым активным образом. И подошло время, друзья, мы это понимали и, скажем так, готовились к этому довольно-таки давно. Мы вам по 59-го года, где он вводил децентрализованную валюту, расчетный инструмент, электронные деньги, деньги не подконтрольные конкретно одному правительству или одному эмиссионному центру. Сейчас пришло время, как раз когда технология блокчейн набрала уже достаточно сил для того, чтобы заявить, что она действительно может решать серьезные экономические задачи. Вот за последние там 3 года мы видели взрывной рост, все, что связано с криптовалютой и с оборотом обязательств блокчейне. Соответственно, мы сегодня, взяв основу технологии блокчейн, сегодня реально привязываем ее и запускаем новую технологическую платформу, которая действительно может претендовать на оцифровку и реально созданию и цифровой экономики, и экономики роботов, и действительно очень социально ориентированной, технологически развитой цивилизации, которая будет максимально удовлетворять потребности всех, кто в ней участвует. Поэтому, друзья, это такая многоплановая работа, и мы ввели такое понятие сейчас уже как Transnet Space, то есть это понятие, которое вышло следом за мир интернет вещей, когда интернет-сообщество, соответственно, определив, что через там, 10-15 лет будут десятки миллиардов устройств, связанные через интернет, соответственно, была попытка сделать из этого экономику, каким образом все это будет взаимодействовать, как это будет улучшать качество жизни простого, ну, каждого человека, который находится в этой системе. Но мы уже на предыдущих вебинарах показывали, на этом я не буду останавливаться, что на сегодняшний момент это нереализуемая идея, не дает такого взрывного роста, так же, как ожидался рост от нанотехнологий,
технологии, что они дадут очень серьезный взрывной рост мировой экономики от биоинженерии. Но все это, друзья, как локальные такие, как бизнес-проекты или инженерные проекты, имеют место быть, с точки зрения активного развития нет. И поэтому, друзья, единственное, что сегодня может действительно в комплексе все собрать и предложить очень интересное решение, это инженерная школа Юницкого, которая развивает Skyway и Transnet, и все, что будет развиваться вокруг реальной вот этой сети. Это и развитие новых месторождений, потому что вход в недоступные сегодня районы, и освоение новых территорий, нового расселения, и построение новой логистики транспортной, абсолютно безопасной, где не будут гибнуть люди, соответственно, на дорогах, становиться инвалидными, где будет 100% экология, потому что не будет сжигаться углеводородное топливо, не будет выбрасываться в атмосферу миллиарды тонн вредных веществ. Соответственно, это новое направление в сельском хозяйстве, все, что связано именно уже с производством гумуса, это еще одно новое направление, которое вы не раз слышали. Таким образом, друзья, мы ввели некую классификацию сегодня Transnet пространства. Это агрегированные узлы, которые, блоки, которые являются самостоятельными, ну, скажем так, самостоятельно выделенными блоками внутри экономики Transnet. Соответственно, друзья, это, собственно, сам транспорт, как мы его назвали, он тоже подразделяется на пассажирский и грузовой, это мы там транскарго, трансэнерго, то есть это то, что перевозит энергоносители и передает энергоносители. Соответственно, мы говорили, что внутри Transnet Space будут линии коммуникаций для оптиковолокна, для передачи с помощью световой волны большого количества информации. Соответственно, мы это выделили в целый блок такой Transcom. Это создание новых городов, новых поселений, но это транс-девелопмент, то есть это то, что будет реально увязываться в единую систему расселения. И еще ряд направлений, о которых мы вам будем рассказывать. А сегодня я бы хотел, друзья, остановиться на одном очень важном направлении, которое сегодня работает как самостоятельное, но оно решает очень многие задачи, которые до сегодняшнего дня не может решить экономика роботов или цифровая экономика. Помните, мы с вами обсуждали на одном из последних вебинаров об дронах, об возможности использования дронов для решения каких-то сегодня бытовых моментов. Сегодня в Швейцарии уже летает больше 100 тысяч дронов, которые выполняют задачи доставки лекарств, труднодоступные места, там аэрофотосъемки, там, ну, в общем, несколько ряд, но это очень узкая задача, и эта проблема очень усугубляется тем, усложняется тем, что при большом количестве летательных аппаратов в воздухе система безопасности усложняется многоуровнево. Поэтому систему безопасности одно дело, когда летает несколько десятков дронов, другое тысяч, потом сотен тысяч. И на сегодняшний момент эта задача решения не имеет. И поэтому концепты, которые вы сказали, о том, что доставка через дроны товаров народного потребления, она оказалась трудно достижимой, но, в общем-то, как бы так, утопической или мертворожденной. Так вот, друзья, мы изначально подходили и понимали к этой системе, и, как вы видели, на экотехнопарке у нас сегодня стоит несколько вариантов путевых структур, и эстакада, основная эстакада, которая заключает в себя 4 транспорта в одной транспортной структуре, где наверху может перемещаться скоростные юнилеты, скорость будет до 500 км в час, подвесные будут и пассажирские, и грузовые, и контейнерные, и сыпучие перевозки. И сейчас еще в Индии был продемонстрирован концепт, когда сверху путевой структуры может перемещаться еще и 20-футовый морской контейнер. Соответственно, это сейчас унификация системы. Дальше показан легкий, как мы сначала говорили, что это легкий прогулочный транспорт, но потом он развился уже просто в легкую систему, по которой перемещается сегодня в Мариной Горке. Это Юнибайк и Юнибус 14-местный. Это уже 3,5-тонная машина, которая дала скорость уже за 100 км в час. И грузовой Юникар, который может перевозить по этой легкой системе до 20 миллионов тонн. Так вот, друзья, тот ролик, который мы вначале показали, это более чем год назад была показана модель 1 к 20 системы, а вот эти фотографии, которые вы сейчас видите, этим фотографиям уже 17 лет, то есть это модель путевой структуры,
Вот, где до 100 килограмм может перевозить, соответственно, подвижной состав. Так вот, друзья, мы специально не акцентировали на этом внимание, мы говорили, что это модель, что это демонстрация возможностей. Так вот, друзья, сейчас пришло время сказать о том, что это самостоятельное направление, именно транспортное направление, которое сегодня выделяется в отдельное направление именно всей системы Skyway и Transnet. Это мы его назвали транссервис. И всей своей кажущейся легкости, ажурности, еще это вот фотография, которая стоит справа, то есть вот где подвижной состав, видите, там стоит замминистра Насонов, а слева, прошу обратить внимание, вот молодой человек с длинными волосами, справа от Насонова стоит его зам, а следом Анатолий Эдуардович Юницкий. Вот, так вот, с левой стороны от Насонова это как раз и есть фотография, очень редкая, где у нас встречается, это Дмитрий Владимирович как раз Терехин, который финансировал в активной фазе строительство первого экотехнопарка в городе Озера. Поэтому, видите, он на этой фотографии тоже попал в историю. Так вот, вот эта транспортная система, которую показывали в Озерах, как прототип, как она, выполняя грузовые и транспортные функции, могла перевозить до 20 миллионов грузов в год. То есть там были такие расчеты, что если город Озера, он стоит на природных резервуарах, то можно до 20 миллионов возить питьевой воды в Москву, и это становится уже бизнес-проектом. И, соответственно, друзья, то, что больше года назад было сначала спроектировано, сконструировано легкая система, это как прототип Юнибуса. Так вот, друзья, на самом деле это самостоятельная транспортная система, которая будет объединяться в транс. Здесь как раз, друзья, что очень важно сейчас сказать, что транспортная система, которая уже создана, она будет совмещена с этими легкими перемещающимися дронами. Естественно, что подвижной состав будет носить название Юнибот, то есть это система, которая более масштабная, более мелкая, чем Юнибайк или Юнибус. Но по своим задачам это то, что выйдет реально в систему трансмаркета, то есть это то, что реализует всю торговлю, которая со временем заменит сегодня традиционную систему. Таким образом, сеть Transnet, помимо того, что она является коммуникационной транспортной системой, помимо именно в традиционном плане перевозки грузов, пассажиров, кроме того, что она является энергетическим коммуникатором, потому что в ней проложены все коммуникации, также она является и информационным коммуникатором, оптиковолокно. Так вот, сейчас, друзья, что мы уже четко должны показать и сказать, и это мы готовим как раз сейчас к запуску именно нашей мета-платформы, что мы готовы и показать уже, и продемонстрировать роботов, потому что весь подвижной состав, друзья, это в Skyway, это все роботы. У нас ни роботов нет, никто ничем не управляет, и никто, соответственно, ни за какие рычаги не дергает. Это все автоматизированная система, вы это слышали с самого начала, поэтому мы говорили, что тому транспорта, который сегодня стоит перед сегодня специалистами, то есть 4.0 сделать безопасное движение, мы уже реализовали. И мы перешли к концепции 5.0, когда мы еще во время движения делаем определенные функции, которые сегодня не присущи ни одному транспортному средству. Мы это назвали концепцией движения или концепцией мгновенного перемещения. Так вот, друзья, сейчас еще можно четко показать, и это как раз именно подходит к развитию мета-платформы, что транспортная инфраструктура Skyway, она совмещена еще и с более легкой системой, которая называется Transfiber, то есть это нить, тонкая нить, которая будет нести в себе функции именно транспортировки бытовых вещей, то, что надо. И когда мы очень много приводили примеры, я сегодня не буду на это тратить время, потому что очень важно эту информацию сейчас донести, чтобы она была законспектирована, чтобы она была переведена, и это пойдет по всем нашим информационным ресурсам, что сеть Transnet, она подразделяется на несколько факторов, и именно транссервис, это Skyfiber, то есть система, которая является очень легкой, является доставкой товаров и услуг до каждого человека, потому что транспортную инфраструктуру сегодня привести в каждый дом не совсем реально, каждому человеку подвести это абсолютно сегодня возможно. И таким образом мы сейчас уже начинаем разрабатывать и проектировать, как мы назвали, если помните, у Илона Маска есть такое понятие «энергетическая стена».
Вот, Andrew Wool, то мы ввели свое новое понятие, которое называется Skywall. То есть это стена. Мы много вам про нее говорили. Просто сейчас пришло время уже открыть и показать, что это такое. Это устройство, это внешняя стена дома, которая стоит в вашей квартире, к которой подходит вот эта нить Sky Fiber. Соответственно, по ней доставляются все, что человек пользуется. Начиная от продуктов питания каждый, и кончая уже там то, что он заказывает, потому что грузоподъемность у нее до там, 100 килограмм. Соответственно, если необходима доставка больше, то это уже специализированный транспорт, то, что приводится уже по более жесткой путевой структуре. Таким образом, друзья, чтобы вы понимали на цифры, только применение транссервиса увеличит капитализацию всего Transnet более чем на порядок. Еще раз, друзья, это более чем на порядок, потому что транспортная услуга, которой человек пользуется в своей повседневной вещи, это одна величина, а все, чем человек покупает, расходует, включая продукты питания, это все относится к системе сервиса. Так вот, сегодня можно четко говорить, что Transnet и конструкторское бюро сегодня не то, что готовы показать сегодня концепт этого решения, а готовы уже показать прототип. И как раз, друзья, почему мы это раньше не обозначали? Потому что как только мы переходим к слову трансмаркет, значит, имеется в виду, что это система торговли. А система торговли – это система расчетов и учетов. И поэтому пока мы не подготовили мета-платформу с использованием блокчейна, где мы можем, соответственно, учитывать и производить расчеты, это было преждевременно. Сейчас можно четко утверждать, что проект Skyway подготовил и свою платформу по расчету, учету и запуску своего расчетного инструмента, своего токена, который будет учитывать все транзакции в системе Skyway, соответственно, тем, кто будет пользоваться, но и подготовил техническое решение, которое может в роботизированном режиме, соответственно, доставлять все товары и услуги, которые нужны потребителю. И вот здесь вот, друзья, тоже уже несколько вещей, которые мы вам приоткрываем на Кокофесту 2018 года, где вы увидите уже действительно роботизированную систему, где вы с помощью специального устройства можете заказать на одной опоре услугу, она будет вам тут же изготовлена и доставлена роботом для того, чтобы вы могли этой услугой воспользоваться. Это прототип той системы транссервиса, которая сегодня есть. И это уже, друзья, не какие-то мечтания или какие-то, это уже наполнение реальной нашей мета-платформой, реальными прототипами реальной работы. И, друзья, так как никто не может нас сегодня упрекнуть, что мы сегодня это сделали, и мы тянули о том, чтобы это объявить именно до какого-то момента, пока не сделали прототипы, потому что, друзья, эти модели сделаны более полутора лет назад. И мы не говорили об этом не потому, что не были готовы именно сами роботы, сама доставка, а потому что мы готовились именно к запуску платформы. И сегодня, когда мы уже на том, чтобы выходить и объявлять концепцию нашей метаплатформы, мы как раз говорим, что начинать мы будем даже не с транспортных систем, ждут скоростных или высокопроизводительных грузовых. Это естественное развитие, друзья. Это следующее шаг развития Транснета, и все это, друзья, увязано в единую сеть, потому что, естественно, что первые месторождения, которые будут осваиваться, это месторождения черных и цветных металлов, редкоземельных металлов, это того сырья, которое надо для того, чтобы строить сам Транснет по всему миру, потому что дефицит сегодня железной руды очень существенный в мире. Вот, соответственно, это новый концепт по транспортным коридорам, который будет закладываться по концептам расселения, но то, что мы сейчас сразу закладываем и говорим в капитализацию того расчетного инструмента, который будет вводить проект Skyway, нашего Skyway Coin, это еще и запуск параллельной своей сервисной сети, которая будет выполнять все функции. И, друзья, буквально в два слова хотел бы сказать, мы вам много рассказывали, мне даже тут после вебинаров много обсуждается. И наши друзья пишут, что почему я так уперся в пиццу и говорю, что когда едешь в Юнибайке, заказываешь через Юника пиццу и пепсиколу, и, соответственно, я, Алексей, тоже сейчас поясню, но лучше ты потом пояснишь, когда будешь говорить, это вот еще один охранный модуль, это еще одна разновидность транспортного робота, который будет легкой транспортной системой. Вот. И вопрос, почему пицца и кола лучше кулебяка и квас? Я согласен, что будем все-таки быть к нашему народному русскому
фольклору, но все-таки, так как я большинство лекций и большинство с инвесторами общаюсь с заграничными, то им трудно объяснить, что такое кулебяка и квас, а вот что такое пицца и кока-кола, им понятно. И я думаю, что на прошлом вебинаре я довольно-таки наглядно и эмоционально рассказал, как будет работать чудо-ящик, или как мы его называем, скайбокс в Юнибайке, когда там будет появляться все, что вы заказываете. Так вот, друзья, сейчас SkyWall – это то, что будет находиться в каждом доме. Это необходимая машина, которая совмещена со струной, легкой струной, действительно, которая является SkyFiber, которая поставляется туда уже любые товары и услуги, которые вы им пользуетесь. Соответственно, это и умные холодильники, которые настроены на то, чтобы там постоянно был лед. Мы вам говорили, что одна из концепций развития Транснета – это транспортировка сибирского льда. И как раз через систему фасовки и систему промежуточных сменяв звена соответственно, по упаковке, мы можем добиться того, чтобы в нашем SkyWall был постоянный запас льда. Соответственно, это значит охлаждение продуктов без энергии, это значит не нужны холодильники. Это кондиционирование воздуха без кондиционеров, без фреона, без инертного газа, без энергии. Соответственно, это получение чистейшей питьевой воды. И вот что, друзья, самое главное, потому что многие задают вопросы, что должна быть гарантия качества и продуктов питания, и качества воды, которая есть. Так вот, как раз все, что сегодня сопряжено с цифровой экономикой, с технологией блокчейна, оно дает 100% гарантию, что если это сделано по той технологии и системе датчиков отфиксировано каждый этап перемещения и транзакции, то там никаких изменений быть не может. Это 100% гарантия, что это байкальская вода, что это чистые продукты. Таким образом, блокчейн, который накладывается сегодня на Транснет, выполняет еще одну очень важную функцию. Помимо расчетных инструментов, помимо учетных инструментов, он еще выполняет контрольные функции, потому что все, что записано в блокчейне, это изменению не подлежит. Таким образом, мы сегодня, друзья, говорим о том, что мы готовы и мы представляем сегодня комплексную метаплатформу, которая сегодня решает огромное количество задач. И как раз задача транссервиса, то есть сегодня торговля в Транснете, то есть все услуги, которые будут предоставляться, вот, они как раз многократно капитализируют. И здесь очень важно понимать, что сама путевая структура и сама система Транснета удорожает не намного, потому что сделать такую легкую систему, совмещенную с юнибайками и юнибусами, это не сложная техническая задача, а функции, которые они будут увеличивать, капитализацию, которую они будут увеличивать, это, друзья, на порядок. Ну, друзья, давайте для того, чтобы на первый раз, я думаю, мы с вами дальше будем еще очень многие понятия рассматривать и вещать. То есть теперь мы будем после каждого вебинара делать систему тезисов, в которых будут основные вещи прописаны, то есть это можно будет еще раз посмотреть для того, чтобы восстановить в памяти или акцентировать внимание на каких-то вещах, которые просто идут таким фоновым в вебинарах, потому что очень трудно на вебинаре именно систематизировать определенную мысль, потому что мы даем все-таки смотреть и делать. Поэтому, друзья, с чем я вас сейчас могу действительно, как акционеров, как участников проекта SkyWay, поздравить, что сегодня вы услышали еще об одном концепте, который радикально повышает интерес к тем обязательствам, которые есть, потому что вся система торговли через очень непродолжительное время, то есть перейдет в систему Транснет. И это будет учитываться все на нашем расчетном инструменте. Ну вот, друзья, давайте, Алексей, сейчас вам более таким терминологией уже близкой к криптосообществу дополнит определенные вещи. Ну а я, как всегда, в конце, друзья, сделаю несколько, скажем так, замечаний и несколько то, что нас ожидает в ближайшее время. Так, Алексей, тебе. Да, благодарю, Сергей Анатольевич. Здравствуйте, дорогие друзья. Еще раз, кто присоединился к нам. Ну, вначале я хотел, естественно, то есть у нас вебинары не приходят именно к вещанию о криптонаправлении, о метаплатформе и так далее. То есть вчера, ну, поставьте, кстати, плюсики, кто был на этой конференции, напишите ваше мнение. Вчера, в принципе, впервые больше часа на живую публику, примерно 60-70 человек было в Челябинске, я рассказывал именно про цифровую экономику и именно функции, задачи для SkyWay, как это
вообще необходима для блокчейна, для чего технология Skyway необходима для блокчейна. Не они нам тоже необходимы, но в первую очередь мы им. И, друзья, хотелось бы остановиться вначале на новостях, которые, вот, собственно, принесла, так скажем, птица, как весть. И есть у нас каналы, то есть спрашивали все, что за картинка, которую Виктор разместил непосредственно в своих социальных сетях. Я рекомендую всем подписаться на социальные сети Виктора Бабурина, потому что действительно, как бы сейчас вот в реальном времени транслируется стори. Это фактически такое немножко с запозданием, естественно, но перемещение и процесс развития переговоров и так далее. Здесь вы увидите, как я уже сказал, так называемые новые Мальдивы. То есть это действительно новый такой островной рай. И это будет реализовываться, планируется реализовываться на основе технологии Skyway. Вы видите, один из проектов именно как связка островов. То есть это действительно фактически такой вот оазис в Индонезии, один из новых оазисов, и туристический потенциал его просто неимоверный. Соответственно, была встреча и с руководством, и с представителями проектных организаций, строительных организаций. Ну, если показывать удобная картинка, я думаю, что вы понимаете, что что-то уже было согласовано. И Виктор отметил, что там супер расположение, инфраструктура просто располагает вообще к внедрению Skyway, потому что поблизости на одном из островов также находится аэропорт. И фактически, когда будет соединение этих островов, друзья, это будет единая инфраструктура. И даже вот сейчас шутят, и в каждой шутке есть доля правды, что теоретически там один из экофестов можно провести, потому что действительно место просто супер. Естественно, одно из таких мест — это Крым, непосредственно Саки и так далее. То есть мы рассказывали на вебинаре. Ну и сейчас вот такие туристические действительно райские местечки, где могут наши инвесторы, думаю, в будущем на каких-то и определенных условиях, в том числе, приобрести и недвижимость и так далее. То есть вы понимаете, что Skyway — это не просто транспортное решение, это комплексная транспортная инфраструктурная альтернатива и вообще предоставление услуг. И по Австралии я могу сказать, что мы останавливаться не будем, так как все уже сказано в новостях. Смотрите официальные новости. По арабам, если говорить, то работа ведется полным ходом. И в конце октября будет присутствовать на экотехнопарке для переговоров очень серьезная делегация. Ну а мы от себя, с Сергеем Анатольевичем, можем добавить, что мы готовим очень серьезную делегацию. То есть сейчас вот одни из юристов, с которыми я непосредственно и наши коллеги контактируем, это швейцары, и мы готовим приезд их как делегации на экотехнопарк, чтобы они увидели, на основе какой технологии действительно будет делаться прорыв в мире блокчейн-технологий. Теперь я хотел бы перейти, друзья, непосредственно к тому, о чем рассказывал вчера в Челябинске. То есть сейчас сформировалась такая структура презентации. Скоро, я думаю, будут подготовлены слайды. Но стоит понимать, что для всех инвесторов Skyway сейчас лучшее время входа и как в крипто направление, и именно в направление самого Skyway как инвестиции, инвестировать и приобретать обязательства. То есть обратить внимание на пакеты, объясняя почему. Потому что на самом деле то, что сегодня мы с вами услышали в первый раз, и то, что Анатолий Эдуардович, я более чем уверен, задумал еще, когда в озерах были показаны первые такие вот транспортные роботы, транс мы их называем. То есть это действительно опережение времени просто на десятки лет вперед, когда еще не был внедрен блокчейн в многие процессы, не были созданы смарт-контракты. Ну, представьте, 2001
2009 год стоял, никого не трогал абсолютно полигон в Озерах, и там было продемонстрировано действительно направление, которое опережает на десятки лет все развитие технологического прогресса. Были продемонстрированы первые транспортные роботы. И, естественно, без развития технологии блокчейн невозможно было упомянуть и рассказывать о той функции, которая дополнительно будет максимально капитализировать адресные проекты и будет добавлять тот спектр услуг, которые сегодня еще не охвачены Transnet и проектом Skyway. Если сегодня мы можем сказать, что фактически весь спектр транспортных и инфраструктуры услуг охвачен, то задумаемся, охвачены ли бытовые услуги. То есть, допустим, я сижу, работаю, и банально я вспотел. То есть мне нужно постирать рубашку, то есть пойти в стиральную машину положить рубашку. Потом очень такое незавидное и нелюбимое женским полом дело, то есть я-то фактически сам не глажу, то есть я не люблю это дело, признаюсь честно. И необходимо гладить огромную стопку такую белья. Так вот, мы приводим пример именно вот что такое SkyWall, про которую Сергей Анатольевич начал говорить. Это специальная стена. Просто поверните голову и посмотрите на окно, которое фактически в каждой комнате есть. Представьте, что это не окно, это стена, к которой подсоединена некая более миниатюрная путевая структура, которую, кстати, Сергей Анатольевич упомянул, Анатолий Эдуардович продемонстрировал еще при запуске экотехнопарка. То есть эта модель 1 к 10 является в том числе в некотором плане прототипом того направления, которое теоретически может появиться в Skyway. Это транссервис, это единая сервисная линия. И почему мы называем трансфайбер? От чего складывается именно понятие fiber, именно Skyfiber? Fiber – это от слова нить, то есть это умная нить, и это как раз-таки то составляющее, которое у нас находится внутри путевой структуры. То есть посмотрите еще раз действительно на эту суперлегкую путевую структуру, которую Анатолий Эдуардович под именно презентацией для высших властей России на тот момент представил. И это действительно первые в мире транспортные роботы, одни из первых роботов, потому что также системы автоматизированного управления в некотором плане были применены. И посмотрим на эту составляющую, где буквально диаметр 1-2 сантиметра позволит перемещаться миниатюрному подвижному составу, то есть мини-боту, если говорить именно логикой вот этого технологичного языка в мире криптоэкономики, чтобы им было понятно, мы таким образом называем. И вот внутри этого мини-бота, посмотрите еще раз на окно, которое является стеной, вот эта мини-путевая структура действительно просто въезжает и происходит присоединение пользователя, нас, как жители уже умных домов, умных городов. И эти умные дома, я думаю, в обычных городах можно будет реализовывать. То есть фактически я облегчаю труд своей жены, и ей нет необходимости абсолютно гладить белье. То есть я сложил и даже грязного белья стопку с запрограммированным алгоритмом, что необходимо постирать, необходимо погладить. И все, это все задействовано именно с технологией блокчейн. Этот ящик, волшебный ящик, Skybox, так называемый, уезжает. И я знаю точно, когда он ко мне приедет и уже привезет посредством поглаженное, постиранное белье. Я просто повешу на вешалку или вообще это переместится непосредственно в мой шкаф, где будет дожидаться того момента, когда я надену поглаженное и постиранное белье. Но это сродни концепции действительно мгновенного перемещения, потому что мы не тратим драгоценные минуты нашей жизни, часы нашей жизни
Ну, это такой вот элементарный пример, именно как вот мы приводим пример про пиццу, про чашечку кофе, и вот сейчас новый пример про глажку белья. То есть мы не тратим свое время, и это выполняет именно транссервис. Причем будут специальные люди, и в будущем, я думаю, что через 5-10 лет гладить будут роботы, либо специальные устройства. Эти люди будут получать вознаграждение в нашем базовом активе. То есть это именно тот основной токен, к которому будет прикреплена вся цепочка блоков, весь распределенный реестр, на основе которого создается сейчас новая операционная система, которой занимается наша мета-платформа. То есть фактически и тот человек, либо организатор, именно осуществляет этот сервис, она знает, что я отправлю заявку на этот сервис. И я знаю, что этот сервис будет выполнен на высшем уровне, потому что перед этим, естественно, нужно будет получить квалификацию, нужно быть аттестованным внутри Transnet Space. И если человек либо организация не аттестована, они просто не смогут войти в SkyMarket. То есть это единый такой глобальный пул, marketplace, как сегодня Apple и Google реализуют приложение. Также мы будем реализовывать, действительно, вначале это будут десятки, может быть, 1, 2, 3, 4, 5 приложений, то есть вот это уже после запуска мета-платформы. И к разработке этих приложений уже будет подключаться сообщество, для кого мы сейчас, для разработчиков, для потенциальных инвесторов, именно того криптосообщества, на испеченных долларовых миллионеров и даже миллиардеров. Мы им будем рассказывать, как Transnet Space действительно может изменить жизнь человека и совершить рывок к дополнительной капитализации именно в мире криптоэкономики. И то, что самое важное, друзья, действительно, это будет максимальная достоверность, это будет максимальная защищенность. И тот продукт, та услуга, которую мы пожелаем заказать либо через транссервис, либо через непосредственно путевую структуру, когда будет перемещаться подвижной состав, она будет запечатлена как проверенная транзакция. И как раз-таки созданием цифровой экономики будет заниматься мета-платформа. То есть, естественно, сейчас концепт, который мы пишем, и мы многочисленные часы проводим, иногда за спорами, иногда даже кричим на друг друга, то есть иногда не понимаем друг друга, я имею в виду нас с Сергеем Анатольевичем, потому что в споре рождается истина, и более того, на именно вот анализ этой цифровой экономики, которую проанализирует потом корифеи криптосообщества, когда мы ее разместим, также подключатся и ведущие экономисты. Сейчас уже ведутся переговоры, и те люди, которые к нам подключатся, это именно стадия такого научного исследования. То есть как цифровая экономика накладывается действительно на реальную экономику. И действительно то, о чем мы говорим, является реальностью, а не очередным пузырем. И это действительно процесс развития, который уже начат. Я могу сказать, что в самое ближайшее время, и сейчас мы решаем с разработчиками, уже будет сформирован, и мы считаем это рождение мета-платформы для проекта Skyway, то есть так называемый Genesis. Genesis – это начальные именно транзакции, начальная генерация информации на основе блокчейна нашей мета-платформы, которая будет составлять самый главный фундамент той операционной системы, на которой будут работать и роботы, и сенсоры. И если раньше мы говорили, что огромную составляющую, триллионный рынок охватывает проект Skyway как единая транспортная, энергетическая, коммуникационная, информационная и даже социальная сеть, сейчас мы можем смело говорить, что также это будет являться и финансовой
сетью на основе технологии блокчейн и также даже сервисной сетью, то есть весь спектр бытовых услуг и вообще всего направления тех услуг, которые существуют сегодня вообще, будут использоваться внутри сети Transnet, внутри пространства Transnet. И если что-то не охвачено, то, скорее всего, это будет обязательно охвачено, потому что это уже полный охват тех индустрий, которые составляют максимальную капитализацию бизнесов на сегодняшний день. И многие спрашивают вопрос, насколько Анатолий Эдуардович здесь принимает участие. То есть с Анатолием Эдуардовичем, во-первых, был согласован шаг к запуску этой метаплатформы. Также Надежда Геннадьевна Косарева на Ялтинском форуме озвучила то, что криптонаправлением нужно заниматься, и примерно к 2018 году это дело все появится. Действительно, примерно как минимум год подготовки. Мы в этом направлении немножко опережаем сроки озвученные. И что очень важно, друзья, ни цента, ни рубля, ни копейки не берется из инвестиций, которые привлекаются в проект Skyway. То есть это инвестиции тех, той группы, которая занимается именно созданием криптоплатформы, тех адвайсеров, тех энтузиастов, инвесторов, которые помогают развитию этого направления. И не абсолютно никак это не связано с привлечением текущих инвестиций. Поэтому если кто-то будет говорить, что вот берут дополнительные инвестиции, никто ничего, друзья, не берет, не будет брать, и мы будем это пресекать. И всегда будем повторять, что лучшая возможность войти как в реальную экономику, в будущую мировую реальную экономику на основе технологии Skyway, так и в криптоэкономику на основе базового токена, именно воплощения и детища крипто-метаплатформы. Лучший момент сегодня, здесь и сейчас приобретать действительно обязательства, потому что другого момента просто не будет. Благодарю вас за внимание, друзья. Я думаю, что про транс-сервис, про скай-сервис, про Transwall, Skywall мы остановимся еще не на одном, не на двух вебинарах, а на многих, потому что в эту тему нужно погружаться. Но то, что это действительно будет охватывать дополнительный рынок тех услуг, которые на сегодняшний день не охвачены, по-моему, это абсолютно очевидно. Строй Skyway, спасай планету, дай дорогу мир Транснету. И слоган дополнительной нашей метаплатформы для технологии Skyway. Мы должны объединиться. Сергей Анатольевич, вам слово. Алексей, видите, так сказать, сегодня, конечно, очень много новых понятий. Конечно, про стену и про примеры с этим проходим, потому что нельзя говорить только информацию там, с точки зрения терминологии или с точки зрения того, что мы хотим рассказать для специалистов. Но, друзья, вы, наверное, помните, что постоянно с нашего первого вебинара, с первой нашей встречи мы постоянно говорили, что на вебинарах, которые по футурологии, когда мы писали будущее, мы всегда говорили, что, друзья, мир за последние 20 лет изменился радикально. Если кто-то мне скажет, что он изменился незначительно, я просто не поверю. Вот. А то, что в ближайшие 10 лет он более глубоко и именно с точки зрения именно цивилизации. Насчет того, что, друзья, то, что человек обленится делать или, так сказать, это, я не могу сказать, хорошо это, плохо. Друзья, мы решаем технологические задачи. Из-за того, что мы сейчас ходим в туалет и автоматически смываем, из-за того, что постоянно бежит горячая вода, из-за того, что позвонить можно по телефону, лучше стало жить, хуже стало жить. Друзья, я не могу отвечать на эти вопросы. Мы все-таки технологическая платформа, мы решаем технологические задачи. И мы сейчас говорим, что цивилизация решает определенные задачи, которые сегодня стоят с точки зрения бытовых вещей. То есть там, 100 лет назад нельзя было просто взять и налить холодную воду или там открыть кран и помыть руки, потому что надо было нагреть воду, и люди этим занимались, на это тратили время, там, заготавливали дрова, вот, и так далее. Сейчас эта задача решена именно цивилизационным, общетехнологическим
вопросом там. 200 лет назад информацию, кроме как письмом, передать было нельзя. Потом появился телеграф, потом телефон, потом факс, потом телевидение. А сейчас уже интернет и все мессенджеры, которые сегодня есть, они решают эту задачу. Поэтому это, друзья, цивилизационное развитие. Но есть задачи, которые решать просто крайне необходимо. Это то, что сегодня определено именно выживание человека. Это экология, это безопасность. Сегодня десятки миллионов человек гибнут на дорогах, становятся инвалидами. Это, друзья, крайне опасная вещь. То есть сегодня машины, которые мы создали, они убивают человека. Мы сегодня для того, чтобы создавать эти машины или для того, чтобы выполнять какие-то задачи с помощью них, мы убиваем сегодня природу. Мы миллиарды тонн химических продуктов, отходов жизнедеятельности, точнее отходов деятельности промышленности выбрасываем сегодня в свой дом, который не имеет границ, не имеет стенок. Это единая земля сегодня, единое пространство. И, соответственно, очень много повторяет эту фразу, и она имеет огромнейшее значение, что 2-3 поколения и точка невозврата будет пройдена. Поэтому, соответственно, сегодня система должна быть изменена. И SkyWay, как именно экогенная технология, она решает эти проблемы. Она сегодня решает проблему безопасности, автоматизации, дешевизны строительства, дешевизны эксплуатации, доступности транспортной месторождений, территорий. Решение сегодня вопросов коммуникации между людьми, которые именно породила цивилизация, когда люди не могут перемещаться из-за того, что отсутствует инфраструктура. SkyWay сегодня эти решает вопросы. Более того, мы говорим, что решается следующий ряд вопросов, связанных с экологией уже сельского хозяйства, чистых продуктов, чистого питания. Это тоже веление времени, это шестой технологический уклад, это тоже входит в орбиту вопроса. Но, друзья, то, что сегодня порождается и необходимо цифровой экономика, это тоже же, друзья, не просто так. Мы сегодня помимо экологических проблем, то есть то, что мы потребляем, продукты промышленности, цивилизации, мы загрязняем атмосферу, мы еще сегодня породили, друзья, и ряд других проблем. И я не буду сейчас останавливаться и говорить, что какие проблемы сегодня породил банковский ростовщический процесс, уже сегодня доходит, наверное, до слова бандитизма, когда люди попадают в кабалу, и система вот этого ростовщичества, это этих паразитов, которые сидят на экономике, на реальной экономике, которые сегодня реально сосут кровь из потребителей, производителей, это посредники. Это тоже порождение этой цивилизации. И тоже от нее, так же, как и от смога, так же, как и от некачественных продуктов, от этого тоже надо избавляться. А система посредников сегодня в сельском хозяйстве, когда от производителя до потребителя цена увеличивается в 10 раз, и основное зарабатывает не тот, кто производит, и платит не тому, кто производит, тот, кто потребляет, а платят целой цепочке сегодня всевозможных посредников, сетей, логистических цен. В общем, кто сегодня садится на именно звено между производителем и потребителем, и это тоже те паразиты, которые сегодня экономики. Еще одна проблема — это сегодня тот транспорт и та продукция, которая находится в движении. Эта продукция оценена триллионами долларов. То, что сегодня находится в движении и замораживает и средства, и активность, и ресурсы, которые есть. И вот все эти задачи, объединяясь, друзья, это как раз то, что решает наша мета-платформа. Мы уже говорили, что мета — это очень интересно. Это совокупный, это переходный период, это фаза перехода. Ведь помните, в биологии метаморфоза – это переход, когда гусеница становится бабочкой. Когда одно насекомое происходит качественное изменение и становится совсем другое. Не зря же говорят, рожденный ползает, летать не может. Так вот, в метаморфозе это возможно. Поэтому наша мета-платформа – это то, что переводит сегодня возможности цифровой экономики, совмещая ее с возможностями реальной инновационной транспортной технологии, оно реально для будущего. Это то, что действительно начинает формировать новые горизонты, где будет абсолютно другая система производства, распределения, где будет совсем другая система учета и качества. И все это, друзья, конечно, будет влиять на общий уровень цивилизации. Это будем сказать, что цивилизация выходит на новый уровень. Хорошо это или плохо, друзья, как говорится, обленится от этого человек, станет совсем толстым и недвижим. И это, как это, любимые мне эти любят... Этот мультик Валя, это где это самое, робот очищает планету.
Вот, друзья, здесь, конечно, есть очень много факторов, и мы как раз решаем эти задачи, что мы говорим, что один из проблем сегодняшней цивилизации – это низкая активность, физически человек не ходит, не двигается. И как раз в этом плане мы обязательно завязываем систему, что когда человек едет и генерит электроэнергию, то он за это зарабатывает и платит меньше за электроэнергию. В этом плане, в этой логике электроэнергия должна быть дорогой. Для того, чтобы человек крутил или не крутил педали, он знал, что если он крутит, значит он экономит для семьи, для бюджета определенный день. Если он не крутит, может себе позволить накопить жир в животе и при этом не крутить, значит он понимает, зачем он это делает. Значит, в этом плане кто-то, конечно, об этом думать не будет, но большинство жителей на Земле все-таки будут понимать, что если цена на электроэнергию и ужин в хорошем ресторане будет за одну поездку соизмерим, то лучше покрутить педали и для этого сэкономить деньги. Как я, как ради такой разряд, могу сказать, что когда общался с министром транспорта Израиля Кацом, то он мне сразу, когда он это услышал, сказал, говорит, вот что я тебе точно могу сказать, что все 100% эти педали, говорит, вот за это я тебе гарантирую. Я говорю, ну вот уже хорошо, значит будут еще более здоровыми и, соответственно, вырабатывать и экономить больше энергии. Поэтому это, друзья, то, что сегодня собирается вместе. И как вы видите, что сегодня и по адресным проектам, которые сейчас будут запускаться, это уже спрос на технологию, это формирование именно мирового транснета. И то, что мы сейчас говорим, оцифровка всех проектов, то, что мы сейчас ставим задачи перед нашей метаплатформой, именно Skyway, метаплатформой Skyway, что мы в ближайшее время покажем концепт, как будет развиваться именно экономика, совмещенная транспортных технологий и цифровых технологий, какие перспективы и какие шаги поэтапные будут здесь происходить. И это, естественно, все будет влиять и на раскрутку спрос на наш обязательно, нашу криптовалюту, и, соответственно, перспективы, как она дальше будет ходить, и как итог развития всех адресных проектов в сети Transnet. Поэтому, друзья, я могу сказать, что проанализировав у нас, вот лично у меня, у Алексея, у команды разработчиков, которые работают, у нас нет никаких сомнений по поводу того, что спрос будет очень большой, что мы действительно делаем нужное и полезное дело, что мы сегодня объединяем все направления, которые есть, и завязываем их уже через единый расчетный и учетный центр на технологии блокчейн. И здесь, друзья, я думаю, что мы с вами после ноября, когда мы пройдем обсуждение и начнем уже реально готовиться к первому размещению, очень и очень много серьезного что увидим. Поэтому здесь, друзья, опять же, возвращаясь к нашим как бы основным чаянным направлениям, что мы и вебинары, и общаемся сейчас, друзья, уже с нашим сообществом. Мы себя ассоциируем, и он как партнеры в Skyway. Мы создали, мы дошли до того уровня, что сегодня технология Skyway движется и набирает заказы. Сейчас следующий шаг, вот то, что мы делаем параллельно с этим, это обращение уже к криптосообществу, которые работают и понимают законы цифровой экономики, но не знают или не хотят понимать, что такое Skyway. Поэтому наша задача следующая, это языком этой цифровой экономики объяснить и привлечь их в Skyway. И следующий вопрос, друзья, это создать единую систему, которая будет привлекать инвестиционные средства для того, чтобы развивать те адресные проекты или те или иные производства, которые будут необходимы для того, чтобы сеть развивалась и давала максимум тех услуг, которые может предоставлять. Поэтому, друзья, этот процесс сейчас запущен, он очень активно идет, и каждый, кто является сегодня партнером Skyway, он уже в этом процессе. Каким образом технологически мы сделаем вход из технологии в криптосообщество или наоборот, мы это все, друзья, отработаем, сделаем. Это все будет через систему электронной внутренней биржи, вот, которая также сейчас тестирует. Поэтому те, кто сейчас вошел в проект Skyway, считайте, что это самая выгодная инвестиция, которая была и остается в проект Skyway. Все остальные будут входить уже на других условиях, потому что сейчас поменялась сама среда, поменялось само понимание того, что делает Skyway, того, что происходит в мире цифровой экономики и того, что нас ожидает в ближайшее время. Ну, друзья, давайте на этом
будем заканчивать. Вся информация дальше, все видеозаписи будут и на Алексея ресурсах, на моих ресурсах в Фейсбуке, ВКонтакте, в всех чатах, которые есть. Еще раз говорю, мы ввели сейчас процесс, чтобы тезисы с каждого выступления, поэтому смотрите, изучайте, и начиная где-то с начала ноября мы начнем уже для сообщества тех, кто работает с блокчейном, именно презентовать уже проект нашей метаплатформы, и начнется уже такое обсуждение именно с этими специалистами. Потому что пока мы только для, ну скажем так, наших друзей и партнеров, мы показываем, чем сегодня будет интересно проекту Skyway совмещенная система с криптосообществом, то есть с вот этими элементами, это нельзя сказать, что это еще цифровая экономика, с элементами цифровой экономики. И когда это все объединится, то это будет очень и очень серьезный результат. Мы в этом, друзья, не сомневаемся, мы над этим активно работаем, и как любит говорить Алексей, что-то мне подсказывает, что следующий год будет еще более интересным. А пример вот именно как раз с легкими юниботами, то есть и со SkyFiber, то есть более легкой системой, которая включает в оборот. Это как раз, друзья, тот пример, когда есть конкретные задачи, и эти конкретные задачи может решать технология Skyway, и без сложных затрат, без очень больших затрат, потому что это все будет в общей структуре накладываться. То есть, конечно, если бы сейчас сказали, давайте проложим такую сеть по всем городам, то это, наверное, это довольно-таки дорого. Так же, как и приведу еще один пример. Вот в начале ролика, когда мы указывали, который сейчас выдал конструкторское бюро, там сначала анимация, а потом реальное решение. И обратили внимание, когда есть опора, на опоре стоит ветряной генератор и солнечная батарея. Так вот, друзья, я тоже был очень интересно удивлен в прошлом году на выставке «Транспорт России», когда мы познакомились со специалистами Сколково, разрабатывающими ветрогенераторы. Так вот, оказывается, 2/3 цены сегодня их установки – это столбы охраны. Потому что сама установка стоит недорого, но они не могут ее поставить везде на улицах, потому что ее надо охранять. Точно так же, если говорить об легкой системе трансфайбера, то есть вот этой легкой системе, то ее просто так нельзя запустить, ее надо охранять. А когда она совмещена с транспортной системой Skyway, то и вписываясь в ее инфраструктуру, ее не надо охранять. Она вписывается в эту инфраструктуру, она находится на недосягаемом месте для хулиганов или для вандалов, поэтому эта система становится намного дешевле. Поэтому объединение всех систем, которые мы сейчас говорим, они и дают мультипликативный эффект. И здесь как раз пример того, что уже готово, разработано и сделано, сегодня начинает капитализировать общую систему очень и очень существенно. Вот это, друзья, я прошу обратить внимание, и это как раз очень и очень важно. Да, Алексей вот пишет, что 5 ноября в Екатеринбурге у нас как раз будет первая такая конференция, на которой будет официально представлена метаплатформа с целями и задачами, которые мы сейчас обозначаем, то есть это фактически концепт описания создания Transnet Space, как это будет делать по шагам и каким образом предлагается инвесторам участвовать в этом проекте. Ну все, друзья, на этом я давайте на сегодня буду заканчивать. Вечером пока стоит все по плану вечерний вебинар, но могут сложиться обстоятельства, что либо я, либо Алексей в нем могут не участвовать, потому что это связано с тем, что мне надо в ночь сегодня выезжать в Ригу, поэтому так, спрашивают по вопросу конференции в Минске. Еще пока сказать не могу, пока решения никакого нет. Пока вроде как эту конференцию не отменяли. Так, закрытие 11-го этапа. Давайте это все обсуждали в ближайшее время. То есть не исключено, что в ближайший месяц будет объявлено о том, что будем переходить уже на 11-й этап. Такова вероятность очень большая. Поэтому, друзья, строй Skyway, спасает планету. Ну и соответственно, что уже теперь вторая часть, как сказал Алексей, это уже наша метаплатформа. Мы должны объединиться. Это тоже, друзья, естественно, что очень важный момент. И это одно вытекает из другого. И одно невозможно без другого. То есть, пока мы не объединимся, мы планету не спасем. Все, друзья, на этом всего доброго. До новых встреч.